Привет, меня зовут Адриана, мне 16 лет, и я живу в Чикаго, учусь в обычной школе. С одноклассниками я подружилась быстро, хоть и недавно приехала в эту школу. У меня есть подруга в этой школе, с которой мы дружили в детстве в городе Остин. Это такой маленький городок в Америке. Мы познакомились с моей подругой в садике, когда нам было 5 лет. Тогда мы думали, что никогда не разлучимся. Но, к сожалению, она уехала со своей семьей в Чикаго из-за финансовых проблем. Сегодня была суббота, и друзья позвали меня на вечеринку. Я решила отойти. Где я? Что это? Кровь? Жутко. Кто тут ходит? Кто? А ты кто? А, великий волшебник Хергверс. Я спал более 40 тысяч лет. После того, как в мире обрелся покой. А как тогда я перенеслась сюда? От школы к вашему дому? Как это портал открыт? Кто его открыл? Неужели ведьма Рози открыла его? Я не знаю. Ладно, пойдем. Я сталкивался во все подряд. Я телепортирую тебя на землю. Ты должна зайти в комнату хранилища и прочитать книгу около портала, чтобы он пропал. Если ты все сделаешь правильно, мир приобретет покой, и я уйду в вечный сон. Пенусуасус курбарун лукбатунус суреоправс и неофс. Еще этому старику верит сказка.